Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Богданов Ильяс Хамутзалиевич, игрок команды «Ювентус». Как вам сегодняшняя игра? Игра хорошая, жарко. Ну, не как хорошая, у нас немного ничего не получалось. Играли антифутбол, можно сказать так. Вот, а так, вроде нормально. Выиграли, главное, победили. Ожидали в целом такой ход игры? Ну, ожидали, да, мы ожидали, мы настраивались на победу. Просто не думали, что именно мы так будем плохо играть. Очень некачественный футбол показали. Как вам соперник сегодня? Соперник хороший, просто если бы меньше бы спорили, разговаривали бы еще лучше. А так парни вроде все нормально играют, чуть слаженность и все.